мне удалось оторваться. Я сначала не понял, где оказался. В этом месте нельзя останавливаться, иначе тебя съедят. Я нахожусь в Эдеме. Бог наказал меня за нарциссизм, за гордыню и за мой. Оно приближается и за мой беззаботный образ жизни. Три дня я ходил кругами. Я думал, это какая-то шутка. Меня сюда друзья забросили. Напоили или укололи. Но нет. Это не шутка. Он наказал меня за мой образ жизни. Айфон — это последнее, что у меня осталось. У меня нет надежды. И похоже, у меня уже нет надежды. Но здесь кое-где, вот, например, как мы этим деревом сейчас, ловит Wi-Fi. И я могу раз в сутки делать короткое видео, которое я буду выкладывать в iCloud. Потому что другие платформы, социальные сети не работают. Не знаю, сколько я продержусь и сколько у меня останется батарейки. Пока что 70%. Как я сказал, здесь нельзя останавливаться, иначе тебя съедят. Я не знаю, кто они. Я не видел никого из них. Но есть свет в конце тоннеля. Я узнал, что сюда, что на земле жила девушка. Очень гордая и такая же самовлюбленная, как и я. И похоже, она тоже здесь. Вчера я видел свет на небе. Бог дает мне надежду. До скорой связи. А я отправляюсь на поиски Евы.